Привет, друзья. Сейчас хочу показать лампу люминесцентную, ртутную. Это как старый тип. Ну, все, наверное, знают, но повторю. Это старый тип, которые были длинные. Они сейчас остались. А здесь вот колба. Светит как слой, который люминофор нанесен, со временем он быстро выгорает, она начинает выдавать меньше света. Вот видите, это Jazzway, 1025 люменов, но где-то через год, может быть даже быстрее, уже вы получаете 500 люменов. В колбе находится пары ртути. Я видел какой-то аэропроизводитель, по-моему, он заявляет, что ртути вообще нету, газообразный, какая-то шариковая или вообще без ртути. Я не очень технологию это изучил, может быть и есть вообще безвредный. На самом деле это вот такие, как видите, очень сильный перегрев возникает. Этот силикон, замазка, вот это герметик, он прям почернел, и даже пластик, видите, почернел. Поэтому все-таки что-то с перегревом они тут не досмотрели, могли бы сделать получше. Вот сама платка. По-моему, нормальная пайка, более-менее, не идеальная, конечно. Вот с другой стороны. Трансформатор, или это не трансформатор, блин, ровненько намотан, мне нравится, медная проволочка. Здесь эти части заизолировали, это тоже хорошо, но все равно эта деталь офигенно греелась. Вот это или это, или вот этот дроссель, он весь такой чернущий, прям видите. То есть все-таки нужно было им какой-то, ну, радиатор вставить, наверное, сюда детальки для отвода тепла все-таки продумать, а то она сразу начинает перегреваться, и, конечно, это плохо сказывается. Так она на самом деле проработала несколько лет, около 2 лет. Вот здесь вот смотрите, просто ручкой пишите год, дату, когда сделано. Хотя на новых, по-моему, сейчас уже стали писать, но на этой нету, я не вижу. Или это вот 13-й год. Вот, на новых пишут. То есть 2 года проработала, конечно, она тусклой более стала через год. Нагрев у нее сильный, поэтому оценю как нормальная. На троечку, четверочку. По цене они тоже из недорогих, но не самых недорогих, а из недорогих. Это я тут не понял только выводы. На саму колбу просто наматываются на штырек, их припаивать разве не нужно? Они, мне кажется, просто примотаны. Вот видите, вот эти проволочки. На самом деле, конечно, такой тип ртутных ламп, люминесцентных, мне кажется, они устарели, потому что ртуть внутри, ртуть у нас не утилизируют, заводов нету, просто выкидывают в землю. Не нравится, конечно, что они очень быстро садятся, эффективность теряют.
Может быть, есть какие-то дорогущие, но и это, кстати, не дешевая. Вот эта вот лампа сама стоила 100-150. Это немало. Что она позволила сэкономить, да и я фактически ничего не заметил. Может быть, какие-то 100 рублей, 10 рублей. Фактически на благосостояние никак не сказалось. Вот. Ну хорошо, что она не перегорела в течение там месяца, полугода. Хотя, может быть, если ярко светило, то через полгода перегорела бы и поменяли бы на более, на такую же яркую, а то еле-еле светило. Ну хотя где тоже, если в каком-то туалете, это не очень важно. Вот такая вот лампочка. Еще раз скажу, что ну, нормальный производитель, средненький. По цене так вообще можно сказать хороший, переработки жалко нет. Вот здесь же медь, очень дорогой металл, а люди выкидывают, это просто позор. Ну это все, пока, друзья, тестируйте разные устройства прогрессивные, но сразу скажу, у нас все это бесполезно, потому что монополия, тот, кто продает электричество, фактически, что бы ты ни сэкономил, все равно у тебя все украдут. Все деньги, жизнь, свободу, все у тебя будет украдено. Но пытаемся бороться как можем пока, друзья.